2 июля в Украине стартовала регистрация личных электронных кабинетов абитуриентов. С 9 утра свою работу начал и консультационный центр Харьковского национального университета радиоэлектроники. Сегодня в 9 утра открылись двери консультационного пункта ХНР. Сразу первые абитуриенты наши начали регистрацию своих электронных кабинетов, просто вступников до ХНР. Всю необходимую помощь для этого оказывали наши операторы, которых у нас на сегодняшний день 5 человек. Регистрация предусмотрена для того, чтобы поступающие заблаговременно могли зарегистрировать электронные кабинеты, и при подаче документов не приходилось перегружать серверы. Будущие студенты ХНР пользуются этой возможностью и рассказывают нам о качестве обслуживания консультационного центра. И мне все объяснили, показали, на какие сайты заходить, оформили документы, фотографию, то есть все так быстро и душевно было. В этот же день приемная комиссия ХНР провела онлайн-трансляцию, где абитуриенты могли задать интересующие их вопросы. Этот телемост посвящен первому дню работы консультационного центра и началу регистрации электронных кабинетов абитуриентов. Сегодня мы постараемся рассказать нашим будущим студентам об особенностях регистрации электронных кабинетов, об особенностях подачи заявлений, для того, чтобы наши будущие студенты получили возможность как можно точно, ясно подать свои 7 заявлений на 4 специальности и стать студентами лучшего технического университета Украины. Непосредственная подача документов в электронном виде для украинских абитуриентов начнется с 12 июля.